Коллектив Мариупольского городского управления обратился ко мне с просьбой о восстановлении этого здания и чтобы они сюда приходили как прежде на работу. Вот. Мы, в свою очередь, обратились в комбинат Ильича Изовсталь. Они поддержали. Будет открыт фонд, благотворительный фонд, через который можно будет... Мы обращаемся к всем гражданам города, не безразличным к нашей трагедии, которые смогут нести лепту по восстановлению здания. И мы все разделяем мнение о том, что об этом должна остаться память на месте, в котором мы сегодня собрались. Это должна быть мемориальная доска, либо памятник, который будет всегда напоминать нам о том, что случилось. И самое главное, о том, чего мы никогда больше не должны допустить у нас в городе. Поэтому, конечно же, наша там общая сейчас задача – это объединить усилия для того, чтобы максимально восстановить в городе нормальную жизнь, чтобы наши жители, обычные горожане, могли спокойно заниматься своим бытом, да, могли быть уверены в том, что в городе не повторится вот эти вот страшные события, которые произошли 9 мая. И поверьте, мы приложим для этого максимум усилий. Да, и вот уже не один раз мы говорили и повторим сегодня тоже, что мы не останемся в стороне, потому что и одного, и другого предприятия, да, все-таки это в первую очередь это жители города, работники. Да, и если говорить, что на двух предприятиях на сегодня 50 тысяч работников, плюс их семьи, то мы понимаем, что это город. Да, это город. И поэтому, конечно же, в своем городе мы будем вместе наводить порядки, мы будем устаканивать нормальную жизнь. И вот те инициативы, которые мы сегодня совместные проводим, я думаю, они ярко показывают то, что мы способны, в общем-то, в своем городе, да, навести порядок сами и сделать так, чтобы у нас жизнь была нормальная.